сын, ваша дочь, я позволяем себе, так сказать, что-то вроде... Ну, для вас, наверное, это будет максимально некрасиво, для нас это в пределах так называемой метаиронии. Допустим, ваш сын говорил мне то, что он мою мать, Шпихин Швайн Иван Свайндрайв, ну, если вы понимаете меня. Я в ответ ему тоже говорил, ну, это не значит, что я вашу жену Ань Швайндрайв. Ни капли, не было такого ни разу. Это в пределах типа шуток. Я просто заранее извиняюсь перед вами. Я знаю, что это не смешно, но в контексте, который был, это было уместно. Но мы все понимаем, и ваш сын тоже, не надо его ругать за это, и вашу дочь тоже не надо ругать за это. Мы, типа, не держим ни на кого зла. Так что, родители, вы можете